Итак, всем привет. Мы продолжаем проходить замечательную инди-игру And Yet It Moves. Напоминаю, что игра заключается в том, что мы ходим по миру, который крутится. И, соответственно, мы можем крутить его. Или крутиться сами. Ну и, в общем, как-то так. Продолжим наше похождение. Так, все что-то стало еще веселее, чем было до этого. Эти штуки, я на них вчера очень долго учился прыгать. Сейчас посмотрим. Ай, да что ж такое-то? Чувак, что это такой неправильный? Раз. Раз. Надо еще. Так, почти, почти, почти. Отлично. У нас получилось. Дойти до сейва. Ой. И сдохнуть успешно. А-а-а. Не все так просто, как хотелось бы. И я не успел. Так, что-то я, по-моему, с игрой сливаюсь. Сейчас, подождите. Ну, точно. Надо, значит, сделать... Нет, надо, наверное, смешивание делать поменьше. Во. И здесь сделать 50. Во. Здесь, наверное, сделать даже 35. Нет, 35 мало. Так, ладно, едем дальше. Блин. Что-то я запутался вообще, что происходит и где я. Чудесным образом эта штука оказалась не с той стороны, с которой была изначально.
Я, по-моему, как-то с другой стороны пришел. Куда мне нужен-то? Пока непонятно. Что-то я пока не знаю, как это делать. Блин, слишком быстро начинает. Так, что делать-то? Так, стоп, минуточку, я кое-что забыл сделать. Что такое-то?
Есть. Ой. Ну, походу, тут надо очень жестко прыгнуть. Да. Блин, скиблин. Печалька. Да, я думал, это будет просто. Так, мне сейчас надо ногами вниз. Ногами вниз это налево. Есть. Так. Главное, с ума не сойти, когда вот это все проходишь. Ёшкин кот, я привык, что там сейчас подстава какая-нибудь. А в этот раз подставы... А, ну да, в этот раз тоже подстава. А зачем я вообще хочу туда лететь? Могу попробовать пройти вот здесь. Правильно же? А, ну да, попробовать-то я могу. Только куда я приду, непонятно.
И все равно свалился. Все, я понял, как надо сделать. Например, вот так. Ой, нет. Блин, вот это заносит. Так заносит. Блин, ваш уволакивает. Так, что там, фигня какая-то. Не в ту сторону все время кручусь. Опять не в ту сторону. Вправо надо крутиться. Ё-моё. А здесь влево. Все. Получилось, братцы, все получилось. Ой, нога застряла в столе. Что это за бешеный хомяк? Ну, в пень. Это реально бешеный хомяк какой-то. Теперь мне надо его приманить. Так понимаю, я здесь не пройду. Хомяк, иди сюда. Эй, хомяк, 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 вернись обратно. Ты еще здесь сломать не можешь, да? Оп. Идем сюда. А, я понял, надо, чтобы он бежал тут. Да ё-моё. То есть мне надо, чтобы он упал туда? Перевернулся. Хомяк, иди сюда. Хомяк, блин, куда ты убежал?
Так тоже пойдет. Да что такое-то? Давил меня. Эй, хомяк. Оп, оп. Блин, сломай уже. Жесткий хомяк. Блин, и что тут делать? Ё-моё. Е-е-е. Прошли очередной уровень. Потратили на это офига времени. Опять прыгать, а?
Цок, 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 цок. Жесть какая. Это крутануло, так крутануло. Я не знаю, можно ли так было делать. Я сделал. Так, здесь нам нужна последовательность поворотов. Направо, налево, направо, налево, направо. Оп. Понятно. Да как так? А что же делать? Разница, скорость еще выше получается. Так, блин, заткнись. О! Кажись, я понял.
Только теперь надо... Блин, нет. Так, сейчас. Ждите. Так, надо сделать. У меня вылезают уведомления всякие. Да что ж такое-то? Как же там получилось-то? Что я сделал? Блин, а что же, как же у меня получилось-то? Да, ё-моё. Перелетел. Не долетел. Перелетел. Будет два раза крутануть вперед. И скоро этот звук снится будет. Так. Сейчас, секундочку. Пом-п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 ом
получилось, смотрите, а. Когда я уже отчаялся. Так, что ты не распрыгиваешься? Давай, давай, еще, еще. Здесь надо на этот склон упасть. И тут расклепало. Чуть я даже понять не успел, что произошло. Перепугался раньше времени. Надо не в ту сторону, а в другую. Эй, хорош. Хрязь, хрязь.
Блин, блинский. Даже звук в игре закончился. Она уже не выносит того, сколько я дохну. Я сейчас не очень понимаю, куда мне надо попасть-то в итоге. Чувак, да что ж ты задолбал дохнуть? Никчемный. Так, еще раз. Перепутаем все кнопки. Блин, и даже тут убился. Поехали. И сюда не получилось. Как остановиться-то? Так, оп. Нанизался на штырек, отлично. Угу, можно попробовать. В общем, недолго тупить. В смысле, долго тупить и не предпринимать лишних движений. Так вот. Оп. Оп-оп. Нет. Слишком жестко. Ну блин, я еще здесь не успел свалиться. Ла-ла-ла, давай, давай. Василий. Звать тебя Василий. Нет. Здорово, White Nose. В смысле странные игры? У нас же прохождение игр от А до Z. Это игра на А. Называется And Yet It Moves. А, почти, вот сейчас бы долетел как надо. Она, да, действительно немного странная. И вообще... Она очень сложная. Я не могу ее пройти. От этого я страдаю. О, есть! Только не свалиться. Так, отлично. Отлично, мужики. Мы прошли почти. В смысле остальные? Ну, я по алфавиту же в Steam иду. До этого был Aliens Colonial Marines. Типа Анна. Потом будет Анна 2070. По расписанию. Вот.
Потом еще что-нибудь. Сейчас, сори, я тут это... Пытаюсь не перепутывать кнопки, как обычно. Что в этой игре это довольно просто. Спасся. Так, ладно, бежали. Финиш. Отлично, еще один уровень пройден. Ты замечательный, невероятной игры. Интересно, сколько их всего-то? Тут камни с самого начала, еще и огонь появился. Да вы смеетесь, что ли? Ага. Вот это замута, так замута. Всем замутам. Это, оказывается, уголь. Он падает в печку. Мать честная. На самом деле я купил кучу инди-игр однажды на какой-то распродаже. И теперь они меня преследуют. Мне надо их все проходить. Я в нее вот эту штуку я до этого никогда не играл. Так. Стоп, не туда. Да. Я так подозреваю, что мне надо сделать так, чтобы... Ну да, мне надо сделать так, чтобы этот камень упал на этих пчел. Вроде бы упал. Нет, не упал. А камня больше нет, да? А еще камень будет? Вот, еще камень дали. Наверное, еще надо два камня. Ладно, давайте попробуем еще раз с одним камнем. Так, вперед, нет, вперед, не туда. Так. Так. Вообще наркоманская, Жорж, не говори. Только я не пойму, что делать-то с этими камнями. Ладно, пусть им будет два. Да стой ты. Все, убьюсь. Ой.
Блин, может быть, эти камни не нужны? Может, я фигней маюсь, и надо просто по-быстрому проскочить? Ну да, они ничего не делают. Вон они вообще там уже лежат. Ладно, значит, сейчас будем по-быстрому пытаться пройти. Да нет, они меня жрут. Хм. Идеи, предложения, пожелания. Эти же камни не просто так падают, получается. Зум-зум-зум-зум-зум-зум-зум-зум. Вот, появляются два камня. Вот это да! Кажись. Так, камни загораются, а... Так, ну только что потом-то с ними делать? Они просто меньше становятся. Да не херачатся они камнем, я уже пробовал. Там-то все и дело. Что камнем они почему-то не херачатся. Камни вот зачем-то здесь жгутся. А, типа, когда камень падает с большой высоты, он загорается. Ладно. Надо придумать, как уронить камень с большой высоты. Так нет, он же загорается. Вот он нифига не загорелся же. Они должны вдвоем упасть и удариться друг об друга, кажись. Кажись, я понял. Нет, что-то нифига не работает. Блин, этим пчелам пофиг на эти камни. Там-тарарам. Так, вот камни уже на месте.
Чё-то нифига никто не херачится хамнями. Что делать-то? Кажись, я... Вот это да! Вот нифига себе! Вот это план! Кто же знал-то? Только я сгорел, но это ладно. Мы сейчас будем спасены. Оказывается-то, как все было. И снова камень, который загорается. Так, мне сюда. Опять я сгорел. Ну ладно, это не страшно. Зачем так? Зачем так делаешь? Слушай, дорогой, зачем так делаешь? Так. Да. Так, здесь мне надо как-то пролететь. Ну, как-то вот так, только еще не поломаться при этом. Вот как-то так. И все равно поломался. Ну что ж такое? Эй, ты кнопку перепутал. Все, никак. Второй день не могу. Играю, не могу выучить, куда крутиться правильно. Это все сразу готов. Значит, так, тихонько подпрыгиваем. И опять загорелись. Так вообще нельзя делать.
Да что ж такое? Зачем я кручу вниз? А, я здесь приземляюсь на эту штуку, все. Понятно. Жесть какая-то. Так, а нельзя ли по-другому обойти? Ну просто, может быть. Как-нибудь. Так. Походу нельзя. Да что ж ты, ты долбишься, то ты падаешь нормально, то ты на пустом месте разваливаешься. Так, стало лучше. Пам-пам. Чуть волосы не запалил. Меня зажгло искрой. Ладно, не страшно. Ой, я опять горю. Что ж такое-то? Да чтоб тебе. О, моя любимая хрень, на которой надо кататься. Да. Твою ж дивизию не в ту сторону. Почему ты покрутился не в ту сторону, мужик? Оп, оп. Оп. Оп, переворачиваемся. Оп. Оп, переворачиваемся. Тихо, нет, 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 нет. Оп. Оп. Ну тут я как-то сам понял, да, что мне сюда. И опять перепутал, куда крутиться. Так, теперь здесь искры. Здесь понятно, здесь надо как-то, наверное, сюда. Как, по вашему мнению, я должен туда пройти? Ура! Финиш!
получил какую-то ачивку. В этой игре невероятное количество ачивок. Ну нет, не невероятное, конечно. Штук 70, по-моему. Это, по-моему, моя пятая ачивка. То есть я не очень, если так уж подходить к этому вопросу. Ой! Меня, по-моему, только что хотела змея сожрать. И почему все приблизилось так? Я честно скажу, я ничего не делал. А, я отравлен змеей. Типа она меня укусила, я стал зеленый. Интересно, в чем это выражается? В том, что я сдохну, когда стану совсем зеленый. Пока как бы ничего особо плохого не происходит. Я только становлюсь все зеленее. Ой. Ты меня типа так корёжит от того, что я отравлен? Точно, походу меня корёжит. Это как будто я грибов наелся. Интересно, а как здесь успеть? А, вот так здесь успеть. Кстати говоря. Да, только... На меня, кстати, глаза смотрят. Видите глаза? Вон они там из кустов смотрят. Ой, дырка же. И опять не в ту сторону, и опять глаза. Ой. Раздавило. Так. Да опять я попал в ту же самую дырку. Как так можно-то? Два раза подряд. Жесть вообще, наркотики процветают. У меня сейчас крыша поедет. Все куда-то ползет, светится.
Мышки. Здорово, мышки. Я, кстати, перестал быть таким зеленым. Меня, походу, отпустило. А еще, походу, я бегаю по кругу. Жесть какая-то, ну. Должен же быть способ нормальный. Интересно, я хоть раз до середины дерева дошел? Жесть вообще, жесть какая-то. Есть выход. Пум-пам-пам. Это был очень наркоманский уровень.
Веселье началось с самого утра. Блин. Божественные цвета стали. Ну что делать? Понятно, все было гораздо проще. Как, по вашему мнению, я должен пройти? Походу, это ГГ. Нет, смотрите-ка, можно было пройти, оказывается. Ну нет же, опять эту фигню проходить. Thank you.
Дети, наркотики — это зло. Уйла вообще. Да что такое-то? И как я прошел там только что, блин, да, это уже прошел нормально.
Мужики, я словил бах в игре. Интересно, долго я так буду падать? Походу, да. А, нет. Что-то произошло. Блин, ладно, квит. Извиняюсь, сейчас вернем. Заодно посмотрим, сколько уже прошли. Ой, нет, подождите. 37%. Жесть вообще. Ну нет, это последний стрим по этой игре. Она, конечно, клевая, но... Так как я не фанат вообще ни разу, то и... То и все. Сейчас я попробую пройти этот уровень, не хватит. Игра, конечно, замечательная. Но только когда мне будет нечем заняться совсем. Уровень-то должен быть несложный, на самом деле. Я, наверное, его даже попробую пройти. Но на этом... Все, я уже устал, походу. Мне уже крокодил не ловится, не растет кокос. Опять. Ну, давай, давай, третий раз убился на одном и том же месте.
Блин. Ha ha ha.
Да ну что, когда ты появишься? Блин, они как они так поставили, что я все время так на... Ошибаюсь. Блин. Thank you.
Так, это что за задачка такая? Еще один уровень покорен. В принципе, конечно, играбельно, но долго и муторно. Если вы не фанат таких игр, Трупами закидал. Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Блин, чутка не доехал. Ух, жесть какая-то. Так, ну все, на этом мы, пожалуй, стрим сегодня закончим. И вообще знакомство с этой замечательной игрой тоже. Когда-нибудь у меня будет еще больше времени, я обязательно поиграю в нее еще. Но я думаю, для первого раза достаточно двух стримов. Вот, я думаю, половину игры мы, наверное, прошли. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько. Давайте так. Profiles. 44%, даже не половину. 461 раз я умер. Но это, в общем, такая замечательная игра. Я думаю, вы получили представление. Если вам
хочется, конечно же, всем рекомендую. Чё, у меня камера, с камерой-то не так. А, всё, я понял, что у меня с камерой не так. Так вот, надо было сделать её, ладно. В общем, всем спасибо. Дальше мы будем играть в Ванна 2070.